Кто это там? Гулять с собачками надо не больше двух, конечно. Как они себя ведут на улице? Нормально. Они-то нормально себя ведут. Но бывают разные собаки. А как? Нет, вот эти конкретно, тибетский мастиф. Как они реагируют на людей, на чужих собак, на детей? Очень хорошо. Расскажи. Они реагируют достаточно напряженно, несколько. А на людей реагируют... Напряженно это как? Ну как, они не бросаются, но ничего хорошего не ждут. От встречи с другими собаками. Ну, они останавливаются, смотрят, лают. Хотя маленьких собак... Что делают? Ну, опять же, как мы у нас, они же привыкли, как у нас жизнь идет. Ну, я про тебя спрашиваю. Мы же живем с маленькими собаками. Я же конкретно про тебя спрашиваю. Мы же живем с маленькими собаками, поэтому они привыкли к маленьким собакам. А к крупным собакам, таким как они, относятся как к соперникам вообще. Ну, швыряются, нет. Стоят, что они делают? Они швыряют, ну так, это напряженно могут подойти. Напряженно это нормально. Хвост поднять, показать, кто есть кто. Вон, вот этот драндулет-то есть. Сейчас здесь будет стоять. Боцушка. Эта парочка любит гулять. Ой, они вот с рождения любят. Они любят вместе гулять. С детства. Фрося очень переживает, когда если боцик уйдет один, то Фрося с ума сойдет. Она прямо рвет и мечет. Почему ее не взяли? Что ты стала-то? Визжит, верещит. Что ты стала? А, Фросенька? Короче, мы не идем никуда. Стоим чего-то. Кстати, боцак, вот он спринтер, он очень хорошо бегает. Там уж у нас он уже спортивная звезда. Ну да, я таких не видел еще, кто так носился. Легко и просто. Ну что, где объект? Скажите, дайте мне объект. Они не понимают. Кто там? Что они тут стоят? Никуда не идут. Кто там шевельнул? Что-то упало. Снег съехал. Вот молодцы. Вот. Куда мы бежим? Что такое? Выперлись. Не ходим, не гуляем. Самая лучшая погода. Ну такой вот снег. И мороза нет. И мороза нет. Но и оттепели нет. Такое у нас редко бывает. Мыши? Там мыши? Вот так. Далеко ли ты с ними гуляешь? Я гуляю с ним квартал. Обхожу. Бегом или шагом? Ну да, я буду бегать. Шагом? Конечно. Ну мало ли, может, ты бегаешь. Бегаем мы когда на велосипеде. Я буду бегать. Мы обходим где-то примерно 3 километра прогулка. А по времени это сколько? Минут 40. Кто там? Боцак. Мы же идем-то не быстро. Пока себя понюхаем, перенюхаем. Может, с кем-нибудь поговорим. Фрося. Фрося годик. Она еще маленькая девочка. Вот молодец. Ребеночек вот. Еще. Вот. А ты, товарищ, туда поверни. Мурло-то. Вот. И ухо полежи. Там сидит наверху. И стучит. Его даже слышно, как он стучит. А расскажи, были какие-нибудь экстраординарные ситуации во время прогулок с ними когда-нибудь? Встреча с кем-то таким, когда была опасная ситуация для тебя или для них? Или они повели как-то себя неадекватно?
очень спокойно. Единственное, что смущает, конечно, для людей такой размер. Ну, конечно, это естественно. Вот, и количество собак, идущих на них. А так, в принципе, совершенно спокойно. Ты нормально же смущаешь. Совершенно спокойно. Инстинкт самосохранения. Совершенно спокойно собаки реагируют на все. Фросик хорошо реагирует, кстати, когда ее Фроси называют. Ну, а довольная... Ты постоянно, потому что ее называешь, она привыкла. Фросенька. Ты моя Фросенька. Ты моя Фросенька. Ты моя красавица. Ну, вот, молодец. Вот. 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 Боцик. А, Боцик. А вот Боцик не любит, когда с ним... Мужчина. Вот. Мужик. Он наоборот еще морду отворачивает. Мужик. Дай лапку. Дай лапу. Боца, дай лапу. Он мне сегодня лапу давал. Боца, дай. Боца. Ты посади его сначала к тому боцу. Стоит давать, что ли? Они нацелены, понимаешь, идти. Ну, конечно. А тут не, они понять не могут, что такое происходит. Ну что, пошли гулять? Пошли гулять. Пойдем. Все, вершилось, они пошли гулять. Радостно побежали. А расскажи, как они вот, ну, в разные, вот какая погода, как они себя ведут. Ну, я имею в виду температурный режим для этой породы. По барабану. Жару, как переносят, как холод. Там жару 20 градусов, 10, 30. Им все равно, что жарко, то есть солнце светит или не светит, могут лежать на санцепёке. На санцепёке что? Могут лежать на санцепёке, на припёке даже, и не уходить. Значит, в будках не живут, ни в каких этих самых вольерах не живут. В основном живут зимой. То есть замкнутые пространства не любят? Нет, 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 абсолютно. Любят валяться на возвышенностях, на крыльце, где угодно, или повыше. Холода не боятся вообще никакого. У нас тут были эти температуры. Дождь не любят. Вот дождь не любят. Относительно. Нет, ну так не валяются под дождем-то. Уходят. Я наблюдал товарища Андрюшеньку. Ну, Андрюшенька особый. Который валяется под дождем и по барабану. Ну, есть такой характер просто собаки. Это не только характер. Это еще когда правильная структура шерсти. Когда... Ну вода, да, скатывается. Когда вода не проникает, да, внутрь, то есть и не намокает подшерсток, и скатывается с листевой этой самой шерсти все, вода, тогда собака, в принципе, себя нормально, достаточно комфортно чувствует. И в сырую погоду, ну, я имею в виду дождливую. Конечно, когда собака промокает насквозь, если пень она замерзает. Ну так, дальше остальные, как бы, холод, жара, дождь описали. Холод там, вот у нас на нашей памяти, сколько, помнишь, максимальная была, вернее, минимальная температура какая? Здесь? Да. 35 градусов. Вот 35, как они себя вели. Они все были в инее. Ну, они дискомфортно себя чувствовали, что? Ну, радости большой не испытывают какой-то. Лапы. Что с лапами было? Нет. Нормально лапы, не мерзли? Ну, лапы не должны быть. Ну, я имею в виду, серьезных повреждений от мороза не было на собаках? Нет. Вообще повреждений каких-то не было? Нет, конечно. Нет, конечно. И бувье тогда были.
нормально переносили, ой, кстати. Кто там, отлично. Так, кто там лает, кто и тебе, да, вон идет дядя с лестницей, посмотрите. Чужой, вот, там идет мужик. Все, боцик на стреме, так, так, боцик, кто там такой? Что за мужик там идет? Что за мужик? Он пиздует к нам. Понятно, что к нам. Так, давай фас на него, фас. Съешь его. Кадр дня. Ай, молодец. А поиграть? А поиграть? Ай, молодец. Вот мы собак вообще не чешем. Вот они. В хорошем виде. Ну, там иногда бывает, что такое болтается. А так не чешем. Линяют сами прекрасненько. Кстати, так же машет башкой и она, брюнетка, как Андрюшенька, я вот замечаю. Вот как она машет башкой. Бежит и машет, бежит и масит, да. Масит. Хороший, хороший. Хорошая собака.